В небольшой деревеньке Потеряевка в Славгородском районе открылся детский центр логического мышления. То, что вы сейчас видите на экране, больше относится, конечно, к физической активности детей. Но вместе с прыгалками в центре проводят и полезное занятие для младших школьников. Самое главное, считают организаторы, оторвать малышей от электронных гаджетов и научить их получать удовольствие от реальной жизни. Чтобы осуществить такой план, инициативным людям из Славгородского района помогла программа ОУН. Наш репортаж из Потеряевки. Находимся мы в Славгородском районе, деревня Потеряевка. На территории турбазы экологического туризма, где проходят занятия с детьми и общие образовательные процессы, можно так сказать. Инициативе Славгородского района по созданию детского центра помогла программа ООН «Содействие развитию на местном уровне». Помощь ЕС – более 18 тысяч долларов и поддержка районной власти позволили за год построить новое здание и оборудовать его так, чтобы детям было комфортно, весело и полезно. Во всяком случае, таких современных игровых площадок на селе мы еще не видели. Как вам отдыхается? Очень хорошо. Мне здесь все нравится. Что тут можно поиграть, попрыгать, побегать? А что интереснее, лазить по горкам или играть телефон? Лазить по горкам! Лазить по горкам! Мой телефон тоже нормальный, но по горкам еще лучше. Телефон, чтобы звонить, а не гулять. Мы тут пришли играть и развлекаться. И что получилось? И получилось, что мы отлично отдохнули. Физическая нагрузка и положительные эмоции – это прекрасно. Но для того, чтобы от веселого хаоса перейти к логике, в дело вступает аниматор. Тебя как за? Меня Таня. Очень приятно. Задания на логику оказались не менее интересными, чем горки и бассейн. А крокодил летает? А такое может быть? Нет! Нет, конечно! В общем, занятие для славгородских младшеклассников из первой школы удалось на 10 по 10-бальной шкале. 5-6 лет все уже знают, что такое контакт, что такое YouTube, где что взять. А здесь движение. А движение – это же жизнь, здоровье, самое главное, свежий воздух. Посмотрите, какой снежок. Дети радуются тому, что от природы дано радоваться красотой окружающего мира. Это место в Потеряевке уже включено в туристическую карту Славгородского района. Здесь прекрасное место, хвойный лес вокруг и рядом река Риста. В советские времена здесь планировали построить гидроэлектростанцию, но проект и здание забросили. И вот в течение года совместными усилиями проекта ПРООН, места инициативы нашей районной власти, получилось вот то, что мы имеем. Я думаю, для детей это райский уголок. Потеряевка вообще историческое место. Здесь, говорят, под одним из камней Петр I потерял свои часы, в честь чего деревня и получила свое особенное название. И новый детский центр стал частью современной Потеряевки и возможностью для развития.